Запорожские теплосети на низком старте. Ждут сигнала из Киева о подорожании газа. Пока информацию о росте цены на газ для теплокоммунэнерго с 1 октября на 20% в городских теплосетях слышали только из средств массовой информации. Официального документа, после которого можно начинать обсчет новых тарифов, в Запорожье еще не получали. На сегодняшний день пока официальных мы еще от поставщиков газа не получали. Официальных документов об изменении стоимости, о внесении изменений условий договора. Естественно, составляющая газовая – это переменная часть тарифа. И если будет увеличение стоимости потребляемого природного газа, вырастет, конечно же, и тариф в своей переменной части. То есть абонплата за тепло, которую платят запорожцы в течение всего года, не подорожает. А вот в отопительный сезон подорожание тепла горожане сразу почувствуют на себе. По оценкам специалистов, в среднем тепло и горячая вода при удорожании топлива на декларируемых 20% вырастет в цене процентов на 12-14%. Однако более точные цифры можно будет узнать только после того, как специалисты теплосетей утвердят новые тарифы. Так что на финансовую подготовку к отопительному сезону у горожан есть еще время. Единственный способ сэкономить средства на тепле – это разумно относиться к его потреблению, говорят теплоэнергетики. И это возможно при установке тепловых счетчиков и теплорегуляторов на домах. Но сам факт установки счетчиков прямой экономии не приводит, предупреждают специалисты. Нужно отметить, что установка приборов именно воспитывает культуру потребления. То есть психологически люди, естественно, на чем могут сэкономить? Ну, во-первых, утепляя непосредственно свои жилища, свои квартиры, то, что зависит конкретно от каждого жителя. Скажем, утеплить свои окна, двери. Установить счетчики тепла и регуляторы можно за свои деньги, то есть решением ОСББ, домового комитета или инициативной группы. Или же можно дождаться бесплатной установки за счет бюджетной программы. Однако в этом случае ожидание может затянуться надолго. В любом случае готовиться к подорожанию тепла надо. По правилам о новых тарифах теплосети обязаны предупредить горожан за месяц.